Ребятки, всем привет! Пришел чай из Китая, с сайта AliExpress. 296 рублей я за него отдал, $4.63. И сейчас у него цена 615 рублей, как бы. Вот, типа на распродаже 11.11 он будет стоить 313 рублей. Поэтому переходите по ссылке, смотрите, сколько он будет стоить после распродажи, когда вы там будете смотреть. Скорее всего, после распродажи будет смотреть. Чай у нас здесь 100 грамм, какой-то там жемчужины, дракона или там что-то, жасмин, какой-то такой зеленый чай, типа жасмин дракона, жемчужины, вот, шла посылка 20 дней, решила попробовать заказать зеленый чай, обычный чай черный у меня уже есть на канале, то есть красный, он красный называется, так, тут у нас пусто. Так что посмотрите обзор предыдущего чая, который приходил. О, вакуумная упаковка. Все как надо, все в пупырке, все не хочет вылазить. Как всегда. Да, запаковали прям плотничком. Как же тепло. Все. Пошел процесс. Так. Вот здесь у нас такая вакуумная упаковка и шишки. Вот такие. Так, фокус. Вот все у нас в вакууме. Тут. Почему они численько не ставят? 91.4. Что, 90 год? Не поймешь. Вот такие у нас шишки завариваются. По-моему, они... Там даже написано, типа, насыпать. У продавца, короче, есть инструкция. Перейдите по ссылке, посмотрите, как его заваривать. По-моему, что-то надо засыпать там чисто дно чашки. Закипятить там, по-моему, определенной даже температуры. Но я сейчас возьму чайник, поставлю и покажу вам в кружке, как это выглядит, как он раскроется. Так что встретимся через секунду. Ну что ж, ребятки, я вернулся. Вот такую миску я нашел для тестирования. Давайте зальем моим новым чайничком, который обзор тоже я делал на него, и посмотрим, как они у нас раскроются. Надеюсь, камера у меня не запотеет. Пахнет чай вообще шикарно. Просто офигенно. Так не сильно. Много заварю. Так, и давайте посмотрим, как он будет раскрываться. Ну что ж, ребятки, прошло у нас, по-моему, больше 2 минут. И, как видите, листики все у нас раскрылись. Были такие маленькие, стали огроменные. По-моему, там 3 минут вообще с лихвой достаточно. Вода у нас приняла такой зеленоватый оттенок. Комната особо ароматом нигде не наполнилась. То есть сухой чай пахнет, мне кажется, более резко, чем заваренный. Грязи у нас особо нету. Да, по-моему, вообще не вижу грязи. То есть все у нас чай, и сейчас я его попробую и скажу вам, как он, какие у меня ощущения. Ну что ж, попробовал я чаечек, пахнет вкусно, на вкус он тоже очень сладкий, хотя и без сахара. Ну не сладкий, знаете, но он такой приятный, то есть намного лучше, чем тот чай, который я заказывал до этого. Так что вообще всем советую к покупке, такой чаечек обязательно надо всем брать, пробовать. Еще тем удобно, видите, какие листья большие на нем. То есть его можно прямо в кружку без заварника кинуть, там 2 штучки вот этих, как вот этих кругляшков, и все, и будет вкуснота. То есть вообще чай советую, дальше смотрите фотографии, я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Инстаграм подписывайтесь, и будем все счастливы. Пока!